Торговый центр «Олд Сити» встретил 9-миллионного посетителя за 2 года своей работы. Им оказался отец 6 детей Дмитрий Андрейчук. Мужчина – постоянный покупатель торгового центра. А сегодня, кроме приятных покупок по приемлемым ценам, он получил еще и неожиданные призы – памятные подарки и персональное приглашение на день рождения «Олд Сити». Я пообещал своей дочке маленькой привезти сегодня тортик с работы. Вот. Ну, проезжал мимо, заехал, вот купил. Тут удобно, я стараюсь вот постоянно заезжать сюда. Тут, ну, практически тут можно купить все, что как бы там, что мне надо, как бы, из вещей, из продуктов. Это значимое событие произошло накануне 2-го дня рождения торгового центра, который отпразднуют уже в это воскресенье, 17 сентября. Гродненцев и гостей города ждут праздничные мероприятия в Олд-Сити с 12 дня до 6 часов вечера. Будут работать большое количество аниматоров. У нас примут участие наши любимые магазины, бутики, салоны в нашем празднике. Будем дарить подарки, будем есть огромный вкусный торт, будем петь песни и запускать в небо 731 шар с пожеланиями. Радио МФМ 105.0 тоже присоединится к празднику. Выездная студия снова появится в торговом центре Олд-Сити. Каждый посетитель сможет услышать, а главное увидеть ведущих «Любимой волны» Наталью Астахову и Павла Каскенова с 12 до 3 часов дня в самом центре Олд-Сити.